катится дым, черт с ним. Он убивает слова, кругом голова. Уже разносит молва по дворам, что между нами чего. О чем с тобой говорить, потеряли нить. Быть не с собой, перестать и дома спать. Нас не измерит на глаз, а сейчас зачем ты давишь на торс и на газ? Вопрос извечный, зачем? Да почему я понемногу с ума и не сама? Эти ночи в Крыму тебе кому? Если встречу, потом передам ему. Но грубый твой голосок, как электрошок, что я пьяна без вина, твоя вина. Теперь узнай, страна, да, темна, им донесут обо всем на FM-волна. Я помню белые обои, черная посуда на скрущевке. Двое, кто мы и откуда, откуда задвигаем шторы. Кофеек, плюшки, стыд. Объясните теперь мне, вахтеры, почему он на ней так сдвинул. Ну, что скажете, Игорь? Александр. Игорь, по-моему, покорен сразу. Вы выбрали замечательную профессию. Стоматолога – это профессия, которая делает людей счастливыми. Вы дарите людям улыбку. Но я просто настаиваю, не знаю, слышит ли сейчас меня ваш папа, я настаиваю на том, что вы пели. Потому что вы потрясающе поете. Подождите, а кто повлиял на то, чтобы вы развивали свои вокальные данные? Моя мама, она все для меня делала. Я буквально проводила все время вместе с ней. Она выбирала костюмы, она даже ставила мне, знаете, смешные движения вот в этих детских песенках. Вот. И, к сожалению, это продлилось всего лишь до 12 моих лет. После этого времени был какой-то промежуток времени, когда я не занималась вокалом. Я потеряла свою маму. И в моей жизни настал какой-то, знаете, как, наверное, у всех есть кризис, черная полоса. Мама же тоже пела. Мама тоже пела. В донском хоре казать. Я сожалею, что действительно в жизни такое случилось, но мы же понимаем, что не все так просто в нашей жизни происходит. Что-то делает нас сильнее. Вот мне хотелось бы, чтобы вы сейчас честно для себя ответили, что ближе, стоматология или все-таки быть певцом? Когда моя жизнь будет наполнена снова репетициями, какими-то саундчеками или еще какими-то такими творческими делами, я буду самым счастливым человеком в мире. Но я чувствую в вас певицу, я чувствую в вас артиста, но я почему-то чувствую в вас сольного исполнителя, но не в группе. Спасибо, Надежда. Что скажете, кстати? Саша, я, насколько понимаю, у вас сегодня не просто кастинг, а в некоторой степени день такого выбора. Да, стоит выбор, кем вам быть. Да, решается мое будущее. А папа ваш считает как? Папа желает мне только лучшего, но если уж становиться музыкантом или вокалисткой, то становиться вокалистом хорошего, высокого уровня. А если не становиться, то тогда лучше стать просто отличным или хорошим стоматологом. Выбор стоит за вами, а решать буду, увы, я. Вы знаете, я просто сам тоже папа, у меня тоже дочки, и я прекрасно знаю, что такое труд музыканта. И если бы у моих дочек стоял бы вот такой выбор, я крепко подумал бы, потому что, знаете, все-таки музыкантом быть очень сложно, и музыкантов нужно, увы, мало, да, вот. А стоматологов нужно много, стоматологи нужны. В
Я могу вам сказать, что... Он скажет нет. Нет. Я вас в руки стоматологов не отдам. Какой шанс! Спасибо большое! Здорово! Спасибо. Здорово! Увидимся во втором туре! Спасибо! Это Виагра, на мой взгляд, вот примерно такой я себе ее вижу в 10-х годах 21 века. Александра Попова прошла во второй тур и на шаг приблизилась к своей мечте. Хватит ли ей сил попасть в саму группу? Молодец! Малыгину папу обними! Папа стоял, переживал. Слушай, спасибо большое. Вы хотели сначала, чтобы дочь обрела профессию. Дочь обрела профессию, а теперь она... А теперь она имеет право выбора. Вы рады за нее? Я очень рад. И я желаю тебе, чтобы ты все-таки попала в саму группу «Виагра». Спасибо большое. Вот так одно слово продюсера решает судьбу человека. Когда Саша пришла на кастинг, перед ней было два пути. Теперь один. Путь на большую сцену. Здравствуй, новая жизнь. Я верю в судьбу.